Вечером в субботу, 25 апреля, на город налетел шквалистый ветер. Тут же в социальных сетях начали появляться видео, как в разных частях города снесло крышу, повредило автомобиль или унесло беседку. Нежилое строение вместе со стропилами сильный порыв ветра снес во дворе дома номер 55 по проспекту Комсомольский. Мягкую часть кровли порыв ветра повредил в домах номер 23А по улице Парковой, 13А и 9 по проспекту Юбилейному, а также на Социалистической, 56 и 65 по адресу Строителей 39 и не только. 69 листов шифера снесло стихии с крыши дома номер 69 по улице Социалистической, меньше в 63-м доме и на Нефтяников 11А. Довольно масштабными выглядели последствия стихии на тропе здоровья. 100 деревьев были просто повалены ветром. Еще порядка 15 на территории городского округа. Помимо этого, ветер снес часть кровли здания пенсионного фонда, восстанавливать которую начали в 10 утра в воскресенье. В большинстве случаев разгулы стихии, эвакуация людей и оказание медицинской помощи не потребовалось. Жилые дома и учреждения продолжили функционировать в штатном режиме. В субботу погодные условия внесли свою корректировку в жизнедеятельность города. Так, в результате разгула стихии были повреждены 22 крыши жилых домов, социальных учреждений. Более 100 деревьев повалены на тропе здоровья, еще 15 на территории города. Также пострадали припаркованные автомобили жителей города. Последствия разгула стихии устранялись коммунальными службами оперативно в выходные дни. Силами управляющих компаний завершены восстановительные работы по ремонту кровли и обшивок балконов пострадавших МКД. В ряде учреждений и организаций, а также на тропе здоровья, эти работы продолжатся в эти дни. Также ведутся работы по механизированной очистке тротуаров и дорог. Все предприятия жилищно-коммунальной сферы работают в штатном режиме.